Здравствуйте, Бессонов Алексей Борисович. Вот для сайта блоги в Перми, для сайта Античеркунов. Вы знаете, я вот когда для себя нашел этот сайт, я думал, что все-таки это, так сказать, ну, мне почему-то казалось, что это одна из наших оппозиционных газет выпускает. Ну, это не принципиально. Я думал, что это делается вот как раз к переизбранию губернатора Черкунова. Но вы знаете, когда его переназначили повторно, я не думал, что это значит, хотя дело к этому и шло. И когда его переназначили повторно, я, так сказать, ну, просто понял, что смысла в подобных вещах большого нет. Почему? Потому что, ну, конечно, вы выполняете свою функцию, как-то формируете общественное мнение. Ну, понимаете, в стране, в которой вы живете. Вот я только что беседовал сейчас с Ослом, там моя знакомая живет, журналистка. Так вот, она говорит, ну послушайте, ну вы, говорит, хоть объединяете, что-то там делаете и так далее. Я ей говорю, ну вы послушайте, ты вообще взрослая женщина, ты понимаешь, где ты живешь? Ну, какое тут объединение, какая-то, так сказать, какие-то могут быть партии и так далее. Ты живешь в России, в авторитарном полицейском режиме, где, так сказать, тебя могут случайно голову проломить, еще что-то. Так и здесь. Все это замечательно. Видимо, нужно делать. Но надо понимать, что мы живем в далеко не идеальной стране, мягко говоря. И от нашего самого мнения, к сожалению, или не к сожалению, ничего не зависит. Другие правила игры, другая страна, другая система взаимоотношений власти и населения. Поэтому ваш сайт нужен и интересный, и там очень много узнаешь информации, подчас достаточно интересной. И везде должна быть оппозиция, конечно, но, увы, от оппозиции ничего не зависит, к сожалению. Всего доброго. Бессонов, Алексей Борисович.